Хочу ответить на вопрос. У меня два человека спросили, а не пахнет, когда посуда ставится в посудомоечную машину, остатки еды, они же тут тухнут за 3 дня и начинает пахнуть. Слушайте, я даже не подумала. Мы ставим сюда чистую посуду. Ее уже помыли. Вот видите, ее уже помыли в раковине и всю еду с нее мы убираем. Вот видите, она чистая. Поэтому нет, 3 дня стоит и нормально, ничего не пахнет. Надо убирать еду. В раковине. Мы вот сюда ее сначала в раковину ставим, моем. Потом в посудомоечную машину.